Ситуация у Гомеля на постоянном контроле. Сегодня в городе створено 30 наглядальных комиссий, которые только в этом году провели обследование больше 25 тысяч домовладаний и квартир громадян, у тем лику тех, кто ведет асоциальный лад життя. У вынику отрималось предухилить шерох несчастных выпадков, хоть полностью позбегнуть их не отрималось. За 8 месяцев на территории Гомеля отбылись 63 пожары, у яких 2 человека загинули. Причем больше значную небеспеку стали представлять промысловые предприемства. Идет повышение роста количества возгораний и пожаров на неэксплуатируемых объектах, это бросовые, бесхозные, и объекты промышленного назначения. Получается, для этого, вот это только за 8 месяцев этого года, на предприятиях было 19 возгораний. Для этого необходимо усилить спрос со всех руководителей субъектов хозяйствования и принимать к ним более жесткие и кардинальные меры. Объектам незавершенного будовництва повышенная увага. Мобильным группам доручено обовязково наведывать будинок инфекционной больницы по улице Фядюнинского, гаражный кооператив номер 19 у 104 микрорайоне и подземную парковку по улице Тельмана. А проча того, администрации районов повинны, как минимум, один раз у квартал проводить обследование подвальных помешканий у шматкватерных жилых домах. Особная увага ситуации на вытворчести. С початку года проверку ведов у створенных при гарвыканкаме и администрациях района в комиссиях по охове працы прошли амаль 500 керовников и специалистов гомельских предприемств. Разом с тем, при наведывании 76 субъектов господарения, мобильная группа гомельского гарвыканкама выявила амаль 2800 порушений працонного законодавства. Сярод сумных выников 4 выпадки гибели на вытворчести и 12 фактов тяжкого травматизма. Причем часто это здарается по вине самих работников. В прошлом году у нас было 33% случаев по вине самих пострадавших. В этом году 42%. С одной стороны, мы не дорабатываем. Это говорит о том, что, наверное, не дорабатываем непосредственно с самими людьми. И все должна быть команда направлена, работу всей команды на то, для того, чтобы дошли до самих людей. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».